Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как сделать из бумаги жабку. Нам понадобится простой аркуш листочка. Мы загинаем вот так листик, а лишнее отрезаем. Вот так. Теперь мы этой стороной Вот так. Ну и теперь оборачиваем. И самое тяжелое держим за один кут и за второй. Теперь вот так. Ну и вот так у нас получилось. Теперь я буду молчать. Посмотрите внимательно. Вот немного похоже, но это еще не все. Это вот так. Это почти готово, но она еще не прыгает. Вот так вот такие глазки. Но она еще не прыгает. Закинаем. Вот так. И вот так вот. Ну, а теперь немного надо еще сильнее закрепить. Вот так вот. Вот. Ну, еще нарисуем мы глазиками. Глазика. Язык. Можно и закрасить немного, чтобы было похоже на жабку. Ну, немного. Или можно же и зеленый листик взять и прям таки на нем делать эту жабку. Ну вот, наша жабка готова.